Теперь Союз профессиональных писателей Чувашии и Национальная библиотека – официальные партнеры. Договор подписали председатель Союза Геннадий Максимов и директор библиотеки Светлана Старикова. Союз профессиональных писателей и Национальная библиотека давно сотрудничают в сфере продвижения национальной книги. Проводятся совместные межрегиональные конференции, семинары, республиканские фестивали и конкурсы, встречи с писателями, презентации книг, литературные вечера. Теперь эта работа подкреплена официальным документом. В рамках договора планируется реализация проектов, целевых программ, конкурсов и акций, направленных на популяризацию современной литературы писателей республики.